Всем доброго времени суток. Всем привет. Поиграем сегодня в Slime Rancher. Посмотрим обновление, которое я не помню, как называется. Там какие-то эксперименты. Экспериментальная лаборатория Виктора, что ли. Кстати, сразу вопрос в чатик. Как к ней доступ-то получить? Рассказывайте. Или там все просто, и мы сейчас сами разберемся. Так, это не то. Да, наверное, тебе сейчас кто-нибудь напишет и скажет. Ну, я надеюсь. Все, что нужно сделать. Веселая ферма, вот это наша. Я не знаю, насколько дополнение вообще длинное. Поэтому, может быть, мы управимся очень быстро, а может быть, зависнем на какое-то время. Посмотрим. По трейлеру я, честно говоря, вообще не понял, что мы будем делать в этом дополнении. Ловить каких-то глюкнутых слаймов. Каких слаймов? Глюкнутых. Багнутых. О, как у меня тут FPS проседает на нашей ферме. Все голодные, да? У меня никто не пишет. Может быть, надо письмо читать? Моти Майлз. Нет, это было. Да? Вот вместо того, чтобы заранее узнать, как это вообще все. Ну, я думал, все просто будет. Мы такие придем, и оно само нам все расскажет. О, вот он, наверное. Если ты прислушаешься, то услышишь, как клетки бабах слайма вибрируют. Но не стоит слушать слишком долго. А? Нет. А как к тебе попасть-то? Я думал, у нас чатик умненький и все знает, как обычно. Они мне просто все быстренько подскажут. Наивный Саша, да? Ну да. Они подсказывают только, когда это не надо. Вот тебе подсказывают, что в стиме написано, что нужно его запрос выполнить. Запрос выполнить. Мне так лень было это делать. Что он хочет? Он хочет 4 бабаха. И 7 таких, да? Ну, давай попробуем. В чат нужно обращаться только за очевидным. Ну, простите, не знал. Не знал. А чего? Нам надо ночи дожидаться. Пойдем за бабахами тогда пока. А что, у нас нет бабахов, да? Да сейчас мы своих бабахов, что ли, отдадим ему. Вот уж нетушки. Свои жалко. Как родные. Жадненький Саша, да? Да, жадненький. Там DLC еще вышло за 200 рублей. Кормил, говорит, кормил. И на убой, я что, совсем что ли? Ну там да не может убой. Он не на убой, может он, я не знаю, ну чуть-чуть может. Эксперименты проведет. Да, конечно. Потом покормит, возможно. Ага. Ой, что-то у меня какие-то уведомления очень тихие. Катя, спасибо за ресап. 18 месяц подряд через тир 2. Спасибо большое. Спасибо за поддержку. Я туда иду? Катя, нам рада. Написала. Катя, нам рада. Катя не любит, когда я один стримлю. Обижает меня поэтому. Постоянно? Да, постоянно. Кать, ты его обижаешь, что ли, да? Что
что-то я забыл, тут уже все так переделали или как? Или ты забыл? Или я забыл, по-моему, переделывали. А мы после этого один раз только играли. Во. Раз, бабах, два бабах, три бабах и четыре, пока не превратился. Даже пять. Заберите одного. А можно, наверное, до конца попробовать добежать? Только я не помню теперь, как это делать. А зачем нам до конца? А как обратно возвращаться? А у нас тут где-то телепорт был. Точно. Сейчас через него и вернемся. Очень тяжело играть в игры, в которых ты вроде бы... Это мне? Тебе? Лужа украшения? Как это работает? Пришел к себе на ферму и лужу сделал. Нет. Как бы это ни звучало. Это слайм. Чего ты придумываешь тут? А, то есть у тебя слайм и лужу будут делать? Да. А тут можно до вечера время пропустить? Я вот не помню. Сейчас мы слайма украсим, одного попробуем. Как это просто работает-то? Ты думаешь, если слайм сделает лужу, это его украсит? Да это лужа слайм. Лужа слайм. Лужа слайм. Да. Я думала, это лужа, это украшение. Это лужа украшение для лужи слайма. Я не знаю. Вон она плавает. Надо как-то по-другому, видимо, наряжать их. А все, может, это просто вот оно должно лежать вот так? Ну, видимо, должно лежать вот так. Не знаю. А у нас, может быть, добавили в описание? Какой-нибудь украшатель? Ну, я не знаю. Может, его в какой-нибудь этот закинуть нужно? Я прям даже не знаю. Не, ну он по балде просто получил и все. Ну, значит, наверное, он должен плавать. Как уточка. А, ну видишь, это висит. Это вот мы находили уже подобные штучки. Ну и пусть висит над лужей. Куда ты потащил-то? Ну ладно, пусть висит над лужей. Виси над лужей. Лужа украшения. Не понял, сбросилась уже? Ну ты прикалываешься. Боюсь, что одно из моих исследований сделало ноги. В общем, пожалуйста, достаньте мне эти вещи немедленно. Ты долго делал. Теперь ему нужен бомбический какой-то лавовый. Бомбический. Обычный. И... Медовый. Медовый. А лавовый это на той территории же. Ё-моё. Так, никто ничего не видел, в общем, куда они там, я не знаю. Простите, слаймички. Так, простите или я не знаю, куда они там? Я не знаю. Так не извиняйся тогда. Это к цифровым, наверное. Это вот, нет, это как раз, наверное, лавового. Да? Лавового мы тут можем найти, да. Наверное. А, когда огненный шторм будет? Ну да, да, да. О! Как это мы ее не находили, я не понял. Может, это новенькие? Наверное, новенькое что-то. Не могли мы тут мимо пройти? Да, наверное, они такие: ой, Саша, тебя так давно не было, мы тебе так рады. А что это там справа? Может, нам своего магмового портал найти? Какого? Магмового. Маг. Магмачить.
магматического. У нас, по-моему, было. Я думаю, можно одного стырить. А там одного нужно? Угу. По-моему, был, но я не уверен. Еда тухнет, везде лежит. Никто ими не занимается. У нас вообще дополнение. Вон они, да. Это оно же? Да, похоже, что оно. Он тут один, что ли? Нет, у нас два их было. Всего два. Да. Ну, что поделать. Но они редкие. А медовые? Медовые где-то недалеко же были, вот. Медовые у меня прям есть, но я думаю, что... Нет, ну медовых, я думаю, сейчас заберем тоже здесь, чтобы времени тратить много на это. А сколько дается времени вообще? Вот на все там вот это? А, вон таймер идет, я все поняла. Кровавец писал, что 22 минуты. Где ты таймер увидела? Там таймер? Да? Да. Куда он тащит нашего этого? Ну вот. Кого? Он собирается нормально. А. Я думала, он этого... Лужу украшения тащит. Похоже, просто как по такой оболочке. А, у нас нет чисто медовых-то. Ну. У нас-то чисто медовых. Давай нет. Беги, там недалеко же до медовых-то. Я не помню, где они. Это вот где мы первых здоровых находили. Через мостик вот. Ну, это я не знаю. Недалеко от фермы же вроде как. Да? Там, где мы водяных отлавливали. Вот бы вспомнить. Ну вот куда туда, 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 да, наружу. Я понимаю примерно-то. А вот это мы туда не попадем как раз? Нет, это куда-то не туда. Ну, спринт, не заканчивайся. О! Меньше идти. Да я помню, что они там, где бабахи. Но там они не совсем, где бабахи. Они там чуть дальше, получается, по-моему. Здрасте. Нет, я хорошо помню старую локацию, новую я плохо помню. Саша, тебе провокационный вопрос. Я не буду отвечать на этот провокационный вопрос. Слышали? Он не будет отвечать на этот провокационный вопрос. Да. Наверное, боится по шее получить. Нет. Туда, что ли? По-моему, где-то ближе было. Но их тут нет. Вроде тут должны быть. Там, где вода была. Там, где мы водяных набирали. Да там все переделали уже 100-500 раз, нет? Там уже нет той локации, где мы набирали водяных. Здрасте. Вы мне уже не нужны. А мы, говорят, а мы, а я... Так, народ, где медовые сейчас находятся? Как это называется? Мы, гаденыш. Мочи его, мочи. Мочу. В прямом мочу. Смысле этого слова прям. Вот странненько. Странненько, странненько. Хоть тебе не помню, тут все переделано. Я помню, как, где они раньше были. А после обновки я что-то вообще не помню, где мы их находили. О. Эскиз. Застрял.
Я тоже вот по старой локации помню, мы пробегали вот этих агрессивных, вот когда перебегали на островок, да? Они там бежали к нам кусаться. Мы такие от них убегали, да. Убегали. А потом начинались большие лужи, там где плавали водяные, и там же были медовые. Да, но сейчас эта локация вообще, похоже, нет. Мы выходим сразу вот в здоровую вот в эту. Мне кажется, чатик тоже путает немножко их расположение. Новое. Ну, Слаймпедия... А давай посмотрим. Сейчас посмотрим. Может, тут прописали? Да ничего тут вам не написано. Угу. Беспредельное запределье и все. Они едят мятное манго. То есть, по идее, вообще они раньше вот здесь обитали. Выходите. Бомбических вижу, а мятных не вижу. Ой, мятных. Медовых. То есть, просто вот мы раньше по прямой пробегали и выходили. Надо было сначала самых сложных собрать, а потом уже простых. Я думал, медовые это самые простые. Он там, наверное, уже, да, действительно сменил задание. Гад. Может, мне куда-нибудь вот сюда попробовать? Там какой-то тоннельчик был. Говорят, тут опасно. Тут кусаются. Бяки голодные. О, вот они, лови. Успеешь, нет? А сколько там тебе нужно, 5? Не помню, по-моему, да. Там, вон, лови. Так, кыш. Прям-прям, сделайте еще. Прям-прям. Не, ну. Во-во-во, там плавал, по-моему. Посмотри, это мне показалось. Вот он, один. 4. По-моему, там какой-то крутой выскочил. Вон он плавает. А, это уже. Вот-вот-вот, лови его. Все, бежим быстрее. А вот оно, как раз это место. И вот портал, по идее, вот домой. Вот и лужи как раз. Да-да-да. Ты успел? Интересно. Да еще 12 минут мы бы успели. Ей! Так, быстренько нам выдал список заданий. Сейчас я немножко разгребу тут заодно. Он там уже на почту написал, кстати. Угу. Требуется помощь, Виктор Хамфриц. Мисс Лёба, я наслышан о ваших достижениях здесь на беспредельном запределе. Вы производите впечатление человека очень способного, смекалистого и умеющего подстраиваться к новым условиям. Именно тот тип, который мне нужен для последнего проекта. Если вы сочтете мое предложение интересным, я активировал телепорт в вашей лаборатории к моей подводной мастерской. Надеюсь увидеть вас в ближайшее время. Искренне ваш, Виктор Хамфрис. Если примете это предложение, я бы предложил перейти на «ты» для нашего дальнейшего общения. Уменьшение формальности ускорит каждую интеракцию в будущем, которая опирается на диалог. Короче, можно я буду называть тебя Беатрис? Беатрикс. Какой нагленький. Виктор
Хамфрис. А почему нет-то? Нет, ну почему нет? Ну чё такой нагленький? А в лаборатории? А где у нас лаборатория? Лаборатория это... А, во. А, все, понял, какая лаборатория. Ни куриц, ни моркови, только слаймы. Мастерская Виктора. Не пускают. А, это нужно будет разблокировать. Привет, Беатрикс. Спасибо тебе за то, что ты нашла время помочь мне в этом проекте. А что у тебя с головой случилось? Крайне необходимо, чтобы что-то случилось. Мои извинения, я как раз сейчас занят одним деликатным делом, и иногда забываю, что я окутан иммерсионным полем. Ну что ж, дело в следующем. Мне нужна помощь в тестировании рабочей версии искусственной реальности беспредельного запределья. Я пытаюсь использовать эту симуляцию, чтобы предсказать поведение и эволюцию слаймов. Это еще можно назвать слаймуляцией. Типа оригинально пошутил. Я высчитал, что эта игра слов вызовет хотя бы легкую усмешку. Ничего страшного, ну давайте. Ну, давай дальше. Моя слаймуляция — это безгранично сложный проект, который может стать ключом к пониманию слаймов на том уровне, о котором мы никогда не мечтали. Как бы то ни было, она, к сожалению, полна ошибок. Ну, не совсем ошибок. Выражаясь техническим языком, они представляют собой бракованную имитацию слайма, который научился воспроизводиться. Само по себе впечатляет, но очень мешает в моих исследованиях. Я называю эти организмы глючными слаймами, и мне нужна твоя помощь в их сборе для исследования. Как это работает? Нажми на слаймуляцию и начни осмотр. Твоя задача – собирать глючных слаймов, которые на выходе из слаймуляции автоматически будут превращаться в отчеты об ошибках. Впрочем, легко сказать. Глючным слаймам свойственно странное поведение, приспособление к местности. Возможно, чтобы не попасть мне на глаза... Это еще непонятно. Легенда изменилась. Глючные слаймы выглядят как нормальные слаймы Ларга или предметы окружающей среды, только обычно с ними что-то не так. Чтобы их рассекретить, подпылесось Ларга, который ты подозреваешь, и примени мой безотказный спрей-отладчик на подозрительные предметы в твоем окружении. В качестве вознаграждения за труды ты получишь мультикубы, специальный многофункциональный ресурс моего собственного изобретения. Его можно использовать для создания устройств по эскизам, которые ты найдешь в слаймуляции. По мере того, как ты будешь завершать блок работ, ты будешь получать дополнительное вознаграждение, но об этом позже. Мои исследования доказали, что создание тайны вокруг механизма вознаграждения побуждает участников стараться сильнее. Ах ты гад. И да, это, конечно, не очень важно, и я уверен, что все почти под контролем, но из-за сбоя данных в слаймуляции настанет момент, когда начнут появляться вароподобные существа и захватывать слаймуляцию, и тогда тебе следует срочно смываться. Сматываться. Это... Ну, сматываться, смываться... Когда это произойдет? Сматываться. Что-то на меня там. Сматываться. Когда это произойдет, я обязательно обозначу сигналом самую близкую точку, где ты сможешь безопасно выйти из системы. Просто следуй за указателями. Как только их увидишь, они приведут тебя к выходу. Все ясно? Отлично, рад, что у тебя вообще нет вопросов, особенно относительно последней части. Так что давай за работу. Давай, все говорит, понятно вообще. Да легко. Никаких вопросов. Идем в слаймуляцию. Будем искать глючных слаймов, пшикая на них с какой-то хрени. И чуть что сразу сматываться. Все. Нам надо найти 100 отчетов и 20 отчетов.
Я так понимаю, это здесь? Смотри, активируется. Бич-бич-бич. Давай. Почувствуй себя в виртуальной реальности. Сейчас Саша пшикать начнет на все. Смотрите. Все подозрительное. Будь начеку в отношении с глючными ларгой, слаймом, подпылесосик, чтобы распознать. И жди выхода. Подпылесосик. Ага. А, лови... Фига он крутит. Закручивает меня. Ты нормальный, что ли? Нормальный. И этот нормальный. А где-то я видел, проскочил глюк. Вот он. Так это могут быть не только ларга. Смотри на все подозрительное. Спрей-отладчик. Примени спрей-отладчик с глючным слаймом под прикрытием, чтобы обнаружить их. Ага. Вот понесся. Стой, ты мне нужен. Так они все тут такие, что ли? Я не пойму. Да нет. По идее, нет, но... А вот нормальный. Так, не понял. А, нормальный. Ты их подпылесось. О, вон носится. Так их проще подпылесосивать. 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 О. Стой. Какие там у вас еще подозрительные? Какие-нибудь камушки, небось, могут быть подозрительные. У которых пиксели сломаны, да? Да-да-да. Ты нормальный. Настоящий. Иди отсюда. Нам, пожалуйста, только ненормальные. А куры могут быть? Думаю, нет. Но это не точно. Мне главное их не выпустить случайно. Ух ты, как вас тут много было. Лови, 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 вон он несется. Они сложнее засасываются. Три штуки целых. Гаденыш. Четыре даже. И еще где-то один. Был. Вон. И сколько у нас времени? А, вот... А, нет. Не пишут. Ну, как только намешаются, тут же, видишь, разные виды, скоро начнут. А они вроде не смешиваются. Откуда ты узнал, что он это? Я не знаю. Чем он тебе такой подозрительный? Я не знаю, я на рандоме просто полинул. Пытаюсь понять, чем они подозрительные. Ну давай искать. Наверное, их можно как-то отличать. Наверное. Вот смотри, веселый, да? Настоящий. Нет, не настоящий, за него там выползло что-то. Вот это, наверное, не настоящий. Какой-то слишком довольный тоже был. А они сытые, все довольные. Ну. Стой! Дурында. Ну, сложно. А морковка может быть? Фейковой. Нет, похоже. А если я буду морковкой кидаться в них? Нет. Но он же... Кот. Кот. Ну и что? Он же розовый кот. Они едят морковку. Ой, чуть не упал. О, варвар. Ну да. Пора сматывать. Я их могу просто победить. А, портал тут открывается, вот, они оттуда появляются. Да, да, да. Понятно.
Ну, тебе сказали, что тебе дадут указатель, куда бежать нужно. Ну, что-то не дают. Дайте указатель тоже. Дайте указатель ему, ну. Пора вот, махнуть. Пожалуйста, смотри. Выход активирован. А вот это выход, и все. Надо еще набрать. Во, лови. Вон, целая кучка. Засасываем баги. Вот бы все программки так отлаживались. Там мимо пробежал. Да? Да, вон. Вон он. По-моему, пора валить. Ладно. Давай. А, так это еще не все. Я думал просто сюда убежать. Хорошо я прокачан. Извини. Странный, конечно, геймплей такой они сделали. Удрал. Сразу понял, что это охотники, ну, мол, это баги такие расползаются. Ой. Может, мы 100 наберем? Наверное, не наберем с первого раза. А, ну вот выход. Ну, ты можешь попинать еще что-нибудь. Пока тут совсем... засыпала. О, какие жирненькие. А, я все, у меня закончились. Забавно, конечно. У меня 54 отчета. Я их, я так понимаю, теперь сдаю сюда. И снова здравствуй. Я подозреваю, что ты ищешь очередную инструкцию для слаймуляции. Учитывая ее сложность, это вполне объяснимо. А, то есть нам будут давать что-то для упрощения? Первый шаг. Войди в слаймуляцию и начни искать глючных слаймов. Они будут маскироваться под ларго или под чужеродные предметы. Второй шаг. Подпылесось. Так это мы знаем. Третий шаг. Запылесось глючных слаймов. Бла-бла-бла. Пожалуйста, учти, что в интересах эффективности я записал это сообщение, и если ты позвонишь в течение этой фазы проекта, я просто снова проиграю запись. Впрочем, последняя часть не важна для инструкций, ее можно вырезать. Как и последнее замечание, которое я сделал относительно предыдущего замечания, и... Ой, какой ты зануда. Спасибо тебе, Беатрикс. До свидания. А это получить можно? А... 100 штук нужно. Подожди, но я же 20 сделал вот здесь. Два раза. А, вот. Что такое мультикуб? Материал слайма науки. Мультикуб — это изобретение исследователя слаймов Виктора Хамфриса. Он изобрел мультикуб для того, чтобы сэкономить время, так как мультикуб содержит в себе 1000 уникальных минералов и элементов, каждый из которых может быть активирован производителем, чтобы трансформировать весь мультикуб в выбранный материал. Моти однажды предложила Виктору целое состояние ньюбаксов за формулу мультикубов, от чего он вежливо отказался. Вслед за этим Виктор зафиксировал несколько попыток взломать его банк данных.
Когда Виктор попросил Моти прокомментировать этот инцидент, она вежливо отказалась. На ранчо помести мультикубы в перерабатывающий завод, где их можно использовать для производства устройств слайм-науки. Такая некая универсальная валюта, которая на все меняется. Вот сюда, что ли? Вот что тебе нужно самое редкое? Чего тебе не хватает? Ну да, сюда. Да, они как-то самостоятельно работают, видишь? Да. Да. То есть они, наверное, идут вместо вот этих всяких дексосот, что ли? Или как? Я не знаю пока что. Вроде нифига они не идут вместо. Ладно. Ну пойдем еще 50 насобираем. Нам за это тоже что-то интересное дадут. Наверное, как раз, может быть, и рецепт дадут, из которого делается. Может. Точнее, где эти мультикубы нужны. Тыщ-тыщ. Не понял, а как их так больше стало? Что за чужеродные объекты? Как вот их найти? Ты видела? И куда, да, он пропал? Да, видела. Гад. А чего ты не стал ловить? Да я думал, еще сейчас сразу набью. Оп. По времени похоже. Или он просто пропадает и появляется в каком-нибудь другом месте. Или так, да. Стой! Да уйди ты! Стой, гад! Хитропопы какие! Я могу делать с ним вот так? Интересно, это как-то работает? Наверное, нет. Что может быть чужеродным объектом? Тут все какое-то чужеродное. Ну, подумать. Явно какие-то порталы будут. Вот, ага! Пожалуйста. Такой жирненький чужеродный предмет. Отлично. Интересно, оно тут всегда появляется или на рандоме? Прикольно. То есть ищем подозрительные камни. Камушки, да. Бревнышки. Вот лужа, вот это подозрительная слева? Да, подозрительная. Но что-то нет. Это просто... Вот камушек подозрительный. Да. О. Мне нужен какой-то более крутой пылесос. Уж больно быстро они разбегаются. Вон справа от тебя. Ну вот же под тобой прям вот. О, носится. Все, пропал. Ну и кто из вас тут не настоящий? Злюки. Да. Это потому, что у них велосипеда нет. Так, как обычно. Во всем виноваты велосипеды. О, бей. Думаешь? Нет? Нет.
Чатик, быстренько рассчитайтесь, у кого есть велосипед, у кого нет. Мы вас будем записывать в добрые и не очень. Статистика, так сказать. О, эти варталы начинают появляться. Атас. Вы такие зайки все. Что, у всех есть велосипед? Нет, у кого-то был. У кого-то у соседа, у кого-то у мужа, у кого-то... Просто лапочки. Вы классные. А, все разлетелись. Иди сюда. Я тебя спасу. Кровайс там спрашивает, велотренажер считается? Кровайс считается, потому что у нас велотренажер. Куда? Ну вот, я смотрю, добреньких прибавилось. А, чуть не помер. Куда вот она мне показывает? Ну куда, туда-то? Наверх, что ли? А, вот. Сложно с вами тут. Интересно, сколько их в итоге много будет, насколько. Отстань. Вот это вот все, это какие-то врата, я не знаю. Они потом откроются? Что ли? Может быть. Порталов столько много. Это, видимо, чтобы ты тут не задерживался. О, нет? Нет. Не, ну он видно было, в принципе, что он такой обычный. Да, может быть. О! Мы, в принципе, можем свалить. 61. Интересно, а гнездо какое-нибудь может куриное? Я думаю, все может быть. Для тех, кто только подошел, да, это обновление. У нас же даже в заголовке написано, смотрим обновление. Ладно, народ, расслабьтесь. Там даже, если у кого-то нет, но он очень хочет велосипед, тоже считается. Привет снова, Беатрикс. Я сейчас занят очень важным делом, и мне нужна полная концентрация в течение нескольких минут. Поэтому я отдал на управление распределение награды за первую часть одному своему коллеге. Соединяю вас. Нам еще коллег не хватало. Ух ты. Привет. Подожди, он... Ты посмотри, он подозрительный какой. Подстава какая-то. Он там, смотри, глаз торчит, вон там, под пуговицей. Ну. Ага. Курцы? Крц. Он курцы. Старается. Равно крцы без курцы. Мыргал-мыргал. Итак, я надеюсь, мой коллега достойно тебя вознаградил.
Нет, лично я его никогда не встречал. Но для меня в этом нет ничего необычного. Видишь ли, я в принципе спускаю симуляции для всего в жизни, включая отношения с другими. Ты, возможно, думаешь, это чересчур клинический подход, но могу тебя заверить, это экономит кучу времени. А время такое ценное и такое ограниченное. Это единственная жестокость природы. Так зачем же тратить секунду на построение отношений, которые закончатся? Или на романтический интерес, который остынет? Транжирство. Поэтому я симулирую все это и определяю, к чему оно вероятнее всего приведет. Расчет очень точный и позволяет мне работать в оптимальных временных рамках. Но, конечно, есть еще дефекты, которые надо доработать. Ведь симуляция твоей помощи, которую я рассчитал, говорила, что ты справишься с первой фазой значительно позже, чем оказалось на самом деле. Как странно. Я добавлю починку этого сбоя в список своих дел. А пока что давай начнем вторую фазу проекта. Отчеты об ошибках, которые ты прислала, прекрасны. В рамках слаймуляции глючные слаймы оказываются вполне реальными. Мне нужно знать больше. Собери больше отчетов об ошибках, и ты получишь доступ к эскизам для моих специализированных передовых дронов. Они вдвойне эффективны для работы на ферме. Во, производительность. Прости, я часто забываю попрощаться. До свидания, пока все. Во, дроны. Если я с мультикубом уйду, ничего страшного не будет же? А что должно быть страшного? Ты же уже уходил. Нет, я их выкидывал. Ну, то есть закидывал туда. А нам дали рецепт какой-то вообще новый? В итоге. Или не дали, я не понял. По-моему, нет, еще пока не давали. Множитель куриц нам дали. Удваивает твоих куриц, экономив время в два раза. Ну вот тебе курцы-курцы. Курцы-курцы. Курцы плюс курцы равно курцы. Мне нужен еще один мультикуб. Мультипаспорт.